Мистер Сноу, после всего, что вы повидали в этом мире, для чего нужны голодные игры? Голодные игры — это наказание дистриктов. У трибутов нет выбора. Ваша роль — превратить этих детей в зрелище, а не в выживших. Мы в эфире! Улыбайтесь, за этим нам даны зубы. Представь, если бы вытянули твое имя. Я хотел убедиться, что кому-то есть дело до меня, что я еще чего-то стою. С приездом в Капитолий. Разве вы должны быть здесь? Не должен, но я твой ментор. Бунтарь. Я вытащу тебя отсюда. Хочешь защитить народ? Тогда важно принять суть всех людей. Убийца! И что нужно, чтобы их контролировать? Используй этот знаменитый шарм Сноу. Ты хороший человек, Криалан Сноу. Я видел, что война делает с людьми. Мы боимся стать добычей. И быстро становимся хищниками. Я хочу, чтобы мои враги увидели, как радуга разрушения охватывает весь мир. Вы чудовища! Все вы! Удачи с этой бедной певчей птичкой. Где она? Это тайна. А у тайн есть свойство сводить людей с ума. Мистер Сноу, позвольте спросить вас в последний раз. Для чего нужны голодные игры? Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах. Именно то, что мы любим, нас и уничтожает. В кинотеатрах с 16 ноября.